Вот в эту игру я давно хотел поиграть. И вот предоставился шанс. Да-да, я помню то, что сохраниться не получится, пока ты... Так, имя пользователя. Угу, надо такое индивидуальное. Или простое. Имя пользователя. Ну, пусть... А. Не понял, это что за... А, вот все. То я уж испугался. Ну, пусть обычное для начала. Начать. В принципе, максимальные настройки должны были выставиться сами. Everything that lives is designed to end. Всему живому. We are perpetually trapped. Мы начнем. In a never-ending spiral of life and death. Жизни и смерти. Is this a curse? Это проклятие? Or some kind of punishment? Или какое-то наказание? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle. And wonder if we'll ever have the chance to kill him. Блять, ну ладно. Стрекоза. This is Command. Your Hunt Squadron, come in. To be here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. Мы успешно вошли в эту, ту самую. This is Operator 6-0. Да, очень полезно, так. Бабы это вроде как бы я, да? Все, я понял. Шухер, палево! Нас спалили. Да ну, охренеть, а я не заметил. Already engaged. Все, free ребят. Movement unlocked. Origin point of long range lasers confirmed. Дайте пострелять. В смысле нет полномочий? Полномочий должен быть. 11 feet down. Our HO229 cancellers Дайте are ineffective. Пушки. Alert. Enemy unit sighted ahead. Противник так противник. Requesting permission to engage. Permission granted. Давай уже кого-нибудь. О, перехватим. Так, палево. 78 down. Почему нельзя? Ладно, я молчу. Все. О! Чешай, идиот. Как бы, да, отвечаем все. А ничего. Все, я там. Ага. Целая там еще есть. Ладно. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Разрешение получено. Нормально. Трансформер. Смотри на отсюда все. Что-то какая-то игра на ревизию. Нормально, один остался. Неплохо, хорошее начало. 2B to operator 6-0. All allied units down. Слушай, оператора вообще вот лучше не звоните. Operator to 2B. We need you to rendezvous with unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Какие тут разведданные, слушай. Ты, по-моему... Тут-то как-то... Понял? Обугонники. Я
А вам что, пилот-летчик или кто? Тихо. Я и так собрал все, что можно было. Так. Тихо. Так, развернуться не получается. Конечно, очень рад, что новый уровень, но, ребят, тут как бы проблем у вас слишком много. Ладно, поехали, пожалуйста. А, то есть они тоже уровень получили, ладно. Я понял. Не, ну жизнь не такое, а понимаете. Тихо. Слушай. Фига тут они снимают. Еще и двери же хватит. Да, критическая дамка. Слушай, слишком много повреждений. Так. Activating short range attack gear. Но если бы такое оружие, в принципе, в России бы разгуливало, я думаю, далеко бы оно не сдвинулось. Да я вижу, я тоже вижу. Ладно. Боевка, допустим, такая. И уж куда на меня руки? А, вот всё. Опа. Тихо, ребята, я только в управлении начал разбираться, а вы тут сразу меня замочите. Так, с этим тоже. Так, этим цель выбирать. Ох. Тема. Enemies destroyed. Да ну. Not quite. Ну что за нахуй, а, ребят? Что это так? Слушай, у меня как бы хп малое, давай-ка. А, вот, третий уровень, все, я понял. Че стреляет? Proposal. Dispatch it as swiftly as possible. Тихо. Гигантским ковшом вызов я еще не игрался. Слушай, бой-ка без этого. Ты полно. Бессильный какой-то. Laser communications recovered. Тихо, я пошутил, слушай. Ковшик, ну как?
вашу мать. Цифры урона летят столько, что я столько чисто физически не наношу, потому что нажимаю все подряд. Как-то справиться. Угу. А что на него вообще било, не я? Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. Парень, что за ошейник? You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Почему ты в него не стреляешь, сейчас слышишь? So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Айфон будущего, наверное. Oh. Коробочку выпустил, well, с ножками. I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. И бегать я не могу. I'll work my way inside from the ground. Это вот девушка в торговом центре. Ладно. Скидки дали там где-то. Побежал. Ну, куда бежать-то? А если бы мне на голову упало, ну поаккуратнее, ребята, с этим. Тут девушка. Так, стоп. Девушка. Что за хуйня там летает? Вот так, давай, девушка. Так. Что-то подобрали. Блин, с камерой такой непривычно. Ты чё встал, Не спи, замёрзнем. Не летом на дворе. Так, кто ты там? Сука. Охренел. Какие шарики я вычёл? Что у вас? Так. Снимитесь меня ранить, да? Без урона как-то не получается. Уходите. Капец. Камера меняется. Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Да бегу, хрен его знает. О, карту дали, спасибо. Только с такой камерой она мне кажется бесполезной. А, ну хотя получается там сейчас должен быть мост. Понятно. Ну-ка. Ну-ка, давайте. Конечно, понимаю, Новый год. Его потом можно не купить. Такого не. Exit confirmed closed. So open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Sure. Nothing's ever easy. Sure. Yeah. Боевкой пока ты завод. Не получится вам еще не видеть. Ну нафиг. Давай, держи все. Что было, Да? Я понял.
слишком много. Капец, в игру зашел, а тут заруба. Через управлением таким не очень удобно. Я не знаю, как это на видео будет видно, но управление, я вам скажу, такое. Сразу привыкнуть. Дайте-то. Ладно, вот сюда иду. Ты чё, Как лечиться-то, Просто что-то. Он сам меня лечит. Да, придется долго тут бродить, походу. Да блин, с такой камерой, ну это реально сложно. Еще тут что? Ой. This place sure is big. Большой комплекс. Ты так думаешь? I guess humans used to use it as a weapons factory. But now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Слушай, вот не первый уровень. Тут не видишь третий уровень. Что подбираю, что? Ой. Эй. Поймешь, что тут... А, это тут большой, а что ты такой маленький, слушай. По идее, если не ошибаюсь, значит сюда, да? It's just accessing random nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Materials are
Блин, что-то опять спускаться с таким... Вашу Машу! Вы чё? Ребят, вы чего? Что вам надо, господи? Что, блядь? Блин, опять что ли тут большое, слушай. Вот как-то тяжко. Значит, я с ними не должен был драться. Или там лестницы не было. Ладно. Первый блин всегда комом. Да что? Какой головной удар? Шарится в этом целый конвейер, а не завод. Ладно. Я вам припомню вам, чтобы контейнеры эти не открылись. Analysis. This elevator's controls are locked and cannot be used. Заебись. Что лифт-то заблокирован. Опять замкнутое пространство. Густро... Я не знаю, по-моему, что-то не то нажал. Ну-ка его расстреляй. Я его что ли так порезал? Так, ну понятно, куда? Ё-моё! О, блин, отвалите вы! Люблю эти шарики ваши, всё. Давайте уже дохнуть, а! Ну,
Ну-ка, давай. По очереди, по очереди. Все, я понял, как с вами надо. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так. I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Петька, куда-то лезть. Парниш, может ты на своем звездопорте, блядь. Is that? Облегчишь мне, так сказать, прогулку по этому чудесному заводу. Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Видок, конечно, такой себе, да. Не понял. А. Думал, не туда повернул. Так. Так, что-то тут нечисто. Там. Милочка, будьте, блять, вашу мать так любезны подобрать эту чудесную хрень. Я потом разберусь, что с ней делать. Так. Опа. Масло восстановления. Как им пользоваться, пока так. Должен быть еще один цех. Слушай, давай без цехов как-нибудь обойдемся. Этого хочу. Не помню, что ошибался, но похоже... Ну, похоже, что-то пошло не так, я понял. Я тоже так не думаю, поэтому давайте закроем. Это еще что за хуйня? Да не, слушай. Да ты годишь, а? Вы, блядь, серьезно, слушай. Разработчик, я немного благодарен. Я с собой не верю. Ладно, по очереди еще куда-нибудь. Да не, слушайте, давай лучше по очереди. Да ну нафиг, ребята. Ебал. Сейчас я тебе вот эти капсулы продвигали, я заеду. Кайф. Айфон, давай-ка напиливай. Да. Не понял. Не понял. О! Ебал. Чего? Ладно. Бить пока нельзя. Я только подходил, Is that? Тот-то же. Target enemy detected. Чё за цели, блядь? Это что за чудо? Конечно, впечатляет. Не смущает, что я немного маленький. А ты как бы... Ельцин, слушай. Ельцин. Ельцин. Ребята, что за хуйня? Дрон, еби его. Я даже подходить не хочу. Слушай. Попал. Вы угораете? Я должен дроном его убивать, что ли? Так, Вернулся.
Вообще молча оставляют. Да, ну даже больше. Голову ему стреляет. Больно же. To me! Засранец. С тебя было как бы тяжело. Давай. В смысле, все так было просто? Ты не мог убивать на меня? Да. What's your status? О. This is the target. I'm going to destroy. То есть я все равно должен бегать. Right. I'll provide support. На один-то шарик попадал. Alert. What? Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Fine, я тоже за. Если чисто дроном бить, за час половину прочности. Попал. Элен, стой, стой, я еще чуть-чуть заметаю. Я понял вас. Бежим. Че не стреляешь, Элен? Привет, Элен. Блин, у меня дрон, по-моему, наносит только ступот со своего звездохода. Ну, чем-нибудь оглушить не будет вам. Hacking in. Ага. О, правильно. Назад на мир. Чё? Не, ну я пошутил, слушай. Не должно же было так все просто быть. Ох. Все. По-моему, 9-го сбили. Окончательно. Ба-бам. И... 9S black box signal detected. No response to communications. I'm going in. Бежим спасать. Чё опять-то? Слушай, я в домике, иди нахуй. Send a support request to command. Negative. Communications have been checked. Я всем в жопу, я хочу подняться наверх. Чё ты зыришь? Ты что зыришь на мой экран? Принялся. Лови. О, как все просто. То есть нигде в других локациях лестницы не было, чтобы не подходиться. Я понял. 9S. Ну всего-то руку-ногу оторвал, это же ничего такого. Я понял. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Блин, вот она как-то уворачивается. Да блин, я почти все здоровье на вас потерял, хватит. Обязан, ты себя спасти не можешь. Тащи клизму чьи-нибудь. Открой рот. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! Все, понял. 2B. 2B. Just go. Will you shut up too? Индийский фильм напоминает. Давай, брось меня. Я не жалею. Мы должны гордиться нашей службой. В Российской Федерации. О! Вертолет. Все. H-O-229 Flight Unit. Command 677 received.
Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. Да оставь ты его уже. Все. Потом нового сделают. Давай, залазь в эту штукенцию и улет его отсюда. Если каждая миссия будет начинаться с самолетиков, я того уровня. О, есть. Ну ладно, слушай. Что было? I didn't know the machine had that kind of intelligence. To me, I found a weakness in the target. Hacking in to provide support. Whoa! Whoa! To me, the control on the enemy's upper arm. You should pod. Should be able to take it over. I told you to shut up. Давай, давай. По шестёре, давай по семёре уже что. Надо поворачиваться. О, какой сильный. Control of upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. Seize the control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Ребята, вот это тема, да. Понятно, рука походит по ним. Давно бы так. Блин, а что еще раз нельзя было? Ладно. Это какой-то. Голову ему отруби давай. Правильно. Are you ready? Такие нормальные боты зафаршмачило. Какая-то, блин, походу не на максималку. Talk about bringing the battle to them. А 2B. Contact. 2B. It's command. Нету, да? Request assistance. Systems. Дай меню. No. Голубки. It doesn't look. That's Knights. Давай-ка. Телячьи нежности. Да вы запарили. Чё? Ладно. Типа воспоминания её, что ли? Mission complete and all that, huh? А, ну всё, спаслись. Yeah? Thank Давай, you всё, for спасибо. Uploading my data to the bunker. Это вот жизненный путь. Вот так идти. Идёшь, идёшь, а там стена. И... И... I did that? Sorry, there wasn't a whole lot of bandwidth down. I probably only had enough time. Mine are only intact. Давай. I see. Понятно. Вот, в любой непонятной ситуации. Glory to mankind. Слава человечеству. Glory. Слава to mankind. Все.
Пацан, беги нахуй. Просто беги. Женщина сердит, это серьезная штука. Посерьезнее того робота даже.